Провести лето не только интересно, но и безопасно. Члены Президиума Совета законодателей задумались о детском отдыхе. Как в этом году будут организованы летние каникулы и как поддержать организации, которые обеспечивают детям интересный досуг на государственном уровне? Участие в заседании приняли и владимирские законотворцы. Об итогах расскажут наши коллеги. Подробности в сюжете. 18 миллионов школьников в этом году уйдут на летние каникулы. По предварительным подсчетам, 6 миллионов из них смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях. С остальными вопрос пока открыт. Но и этих детей нельзя оставлять без внимания, уверены законодатели. Для властей всех уровней сейчас стоит задача по максимуму подготовить объекты отдыха к сезону. И самое главное – избежать трагедии. События в Карелии еще у многих на слуху. Повторения подобного не хочет никто. В поисках единого для всех решения законодатели намерены разработать стандарты приемки и контроля деятельности детских учреждений. Их передадут региональным комиссиям, которые курируют эти вопросы. В состав комиссии войдут не только чиновники, но и общественные активисты. Во Владимирской области, по мнению Киселева, эта работа налажена. Власти намерены держать тему детского отдыха под жестким контролем. Период подготовки летнего оздоровительного отдыха детей. Будут проверены все оздоровительные лагеря, будут проверены все объекты детского отдыха в нашей области. На президиуме законодателей страны прозвучали предложения по улучшению качества организации отдыха детей. Парламентарии решили повысить роль и значение вожатых, разрешив им включить отработку в лагерях в производственную практику. А для людей, которые курируют деятельность детских оздоровительных объектов перед началом сезона, будут проводить специальные обучающие семинары. Ну и самое главное, появились конкретные предложения по развитию сектора детского отдыха совместными усилиями государства и бизнеса. Предложение, которое сегодня было мной сформировано, о том, чтобы по аналогии с территориями опережающего развития, дать такую же форму поддержки тем предпринимателям, которые будут создавать новые объекты для оздоровления и отдыха детей. Дополнительным стимулом развития отрасли может стать система сертификатов на семейный отдых с детьми. Родители получат, с одной стороны, частичную компенсацию, с другой смогут выбрать лучшую организацию из списка. Этот вопрос будет также направлен в правительство.